Всем пламенный привет! В эфире Инстаньюз и дайджест интереснейших публикаций казахстанских селебрити в Инстаграм. В этом выпуске Асель Садвакасова, Акбота Ситмагамбет и Аскар Бисембин. Отдых явно идет Асель Садвакасовой на пользу. Отпуск продюсер проводит, как и полагается, в теплых краях. И настолько расслаблена, что даже решилась выложить фото а-ля натюрель. Подписчики естественную красоту Асель оценили и пришли к выводу, что такой образ ей очень к лицу. Обещает, что скоро предстанет в абсолютно новом образе Акбота Ситмагамбет. Новый проект, в котором она сыграет главную роль, носит название «Бахытын Куна». И судя не только по названию, но и наряду Акбуты Нур на этом фото, играть она будет счастливую невесту. Запускает новый проект Аскар Бисембин, и в связи с этим у него появилось сразу две вакансии. Ему нужен классный оператор, способный снимать видео для YouTube, и видеоинженер цитата с сумасшедшим видением. Резюме отправляйте по указанному адресу, и по традиции желаем удачи. Делайте отличные фотографии, регулируйте глубину резкости, пробуйте и экспериментируйте. Функция живого фокуса в Galaxy A6 и A6 Plus позволит вам регулировать глубину резкости фотографии либо при съемке, либо после того, как вы сделали фото. И при этом вам не нужно понимать сложные настройки объектива, чтобы снимать потрясающие фотографии. Чем еще удивят нас звезды, узнаем завтра. Ну а пока, пусть ваш день будет удачным.